Кстати, официально резиденция Деда Мороза откроется в субботу на Красной площади на городской елке. Там же пройдет подведение итогов и награждение победителей конкурса новогодних поделок «Волшебная елка». Конкурс организован совместно Национальной телерадиокомпанией «Чувашия» и Управлением культуры администрации города Чебоксары. Сейчас все игрушки выставлены во Дворце детского и юношеского творчества. Конкурс «Волшебная елка» подходит к концу. Все игрушки заняли свои места во Дворце детского и юношеского творчества. Сюда может прийти любой желающий и увидеть все своими глазами. Здесь появился поистине сказочный лес. А наша елка – самая волшебная. Впереди подведение итогов и торжественное награждение победителей 22 декабря на Красной площади. Ждем всех на праздник. Напомню, что победители получат билеты на новогоднюю елку во Дворец детского и юношеского творчества и подарки от партнеров акции. Компания «Ваши окна» приняла участие в акции «Волшебная елка» с целью поддержать творчески одаренных детей и помочь им самореализоваться. Новый год – это волшебный праздник, где все дети ждут волшебства и исполнения своих самых заветных желаний. На конкурс было представлено множество поделок. Все они замечательны, красивы, но есть и те, которые достойны отдельного внимания и заслуживают наград. Компания «Ваши окна» с удовольствием примет участие в церемонии награждения, и мы будем очень рады, что у кого-то из детей исполнится их заветное желание.